Всем привет, дорогие друзья, с вами Сэмчик. И в этом видосике я хочу вам рассказать, как быстро и легко сделать свое интро. Поэтому присаживайтесь поудобнее, заваривайте себе чаек, ставьте что-нибудь вкусненькое. Ну а мы начинаем. Всем приятного просмотра. Итак, ребят, открываем любой браузер и пишем Panzoid. Открываем первую ссылку panzoid.com. И, как вы видите, тут много всяких разных интро. Нажимайте больше творений. И тут очень-очень много интро, подборок. То есть очень много всяких заготовленных интро. Открываете любое, то есть которое вам понравилось. Допустим, я буду показывать на примере, поэтому мне не важно. Но вы обязательно выберите то, которое понравилось именно вам, потому что вам с ним ходить. Ну как бы ходить, ставить на заставки, то есть в начале видоса. Открываем вот это, ну грубо говоря, просто если бы мне оно понравилось. И открываем в редактор. Далее, вы вот так увидите это все интро, вы не поймете, что это вообще. Нажимайте на глазик, вот этот вот глаз. Все, у вас темный экран, все нормально. И нажимайте пуск. Просматриваем интро. Ну, допустим, мне понравилось, да? Вроде бы неплохое. И нажимайте на вот этот вот объемный квадрат. Нажимайте на него один раз и видите тут текст, слово текст. Наводитесь на него и пишите свой текст. У меня это, допустим, Сэмчик. Нажимаем. И видите, у нас появился текст. Ну, допустим, он мне еще не нравится, как он выглядит. Тут написано кастом, можем поставить болт, да? Вот такой, или обратно вернуть на кастомный текст, который был. Ну, обратно мы уже не вернем, надо будет заново пересоздавать. Или, допустим, мне такое нравится, да? Допустим, мне нравится вот этот. Откатываем интро назад. И запускаем заново. Как вы видите, все работает, и вот оно до конца будет показывать Сэмчик. Следующий пункт, который можно еще использовать, это музыка. Допустим, если она вам не нравится, вот тут вот аудиофайл, и выбираете, нажимаете кнопочку вот эту Select, и выбираете свою музыку, сюда можно загрузить любую, неважно какая она у вас будет. Все, после чего нажимаете кнопочку загрузки, ничего тут не трогаете, и нажимаете Start Video Render. У вас начинается рендериться видео, то есть вот этот CM-чик, он сейчас подстроится, и показывается время, сколько, через какое время оно будет готово. После чего у вас откроется отдельная страничка, и вы сможете его спокойно скачать. Ребят, забыл сказать про аутро. Его то же самое, по такому принципу делаешь, тоже меняешь текст и все, и ставишь в конце видео. Но текст мне особо важен, поэтому можете просто скачать готовый шаблон и поставить в конце видео. Ну а на этом видео подходит к концу. Вот такой легкий и быстрый гайд у нас получился. Поэтому, ребят, если я кому-то из вас помог, подпишитесь на канал, поставьте лайк, пожалуйста, под этот видос. И если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Также хотелось бы вас попросить подписаться на мой телеграм-канал. И если вам интересно со мной общаться или проводить время, подписаться на мой твич-канал. Я регулярно веду на нем стримы, ссылочка на него находится в описании. Ну а на этом у меня все. Всем удачи и всем пока-пока.